приветик, друзья. Всем привет. Я уже доезжаю до Берлина. Смотрите, вывеска Берлин Центру. Сегодня я выехал в 7.20, 7.30, то есть пол восьмого я сегодня направился из Вены. И сейчас ровно 2 часа, час 58, 2 часа, и я уже доезжаю до Берлина. Мне осталось 29 километров, и я буду на месте. Я очень-очень рад. Дорога была несложной, хороший автобан. Единственный автобан плохой, и сейчас частично плохой, это в Чехии, потому что там идет ремонт. Но я надеюсь, там его быстро сделают. А так, автобаны, как вы видите, очень хорошие автобаны. Все замечательно. В Германии они еще пока бесплатные, а в Чехии они стоят в 2 раза дороже, чем в Вене. То есть 18 евро на 10 дней. И сейчас, я думаю, что отель Мариот ждет меня уже. И посмотрим, как выглядит отель, как выглядит номер. Очень интересно. Идет дождь, вот самолет садится впереди уже. Я так думаю, что здесь находится аэропорт Берлин-Тегель, называется у них аэропорт, если не ошибаюсь. А нет, это Шонефельд, это Берлин-Шонефельд, это другой аэропорт здесь находится. И сейчас идет дождик, но завтра, друзья, завтра обещают солнышко, а послезавтра опять будет пасмурно. Ну, как-то так, но я надеюсь, что все-таки немножко удастся мне с родителями погулять, посмотреть Берлин. И завтра у нас в планах направиться на мою родину, где мы жили, где я рядом там родился. Посмотрим все, и все я для вас это также сниму. Это будет городок Бернау, кто знает городок Бернау. Бернау бай Берлин, правильно он называется. Бернау около Берлина. И завтра все посмотрим. Классно. Осталось 8,5 километров, и мы будем у цели уже. Но я очень рад, я очень рад. Но только здесь темно, в туннеле. Много машин. Интересно, какой сейчас будет вид на Берлин, когда мы выйдем из этого туннеля. Что у нас будет видно? Вот мы и в Берлине. Осталось пару километров. Нас Берлин встречает дождем, к сожалению. Но, как я смотрел, прогноз погоды — это только сегодня. Надеюсь, что завтра, послезавтра будет нормальная погода. И все у нас получится, мы погуляем. Пока нет ничего интересного, но впереди уже, сейчас уже через пару минут будет центр, а точнее Потсдамер Платц. И именно там, еще немножко проехать, находится уже отель. Очень и очень интересно посмотреть, в каком месте находится отель, потому что отзывы, которые я читал об этом отеле, там написано, что 5-7 минут пешком идти к воротам, Бранденбургские ворота, 5-7 минут пешком. То есть это сам центр, там огромное количество разных магазинов, огромная площадь. Я думаю, что место расположения будет, друзья, высший класс. Наш номер 539. И я сейчас нахожусь на 5 этаже. Сразу знаменитые автомобили Трабант и телевышка. Вот наш этаж. И сейчас, друзья, я покажу, на какой высоте мы находимся. Я просто в шоке, на какой высоте мы находимся. И после этого я направлюсь сделать вам стрим. И мы увидимся через минутку в моем стриме. Смотрите, друзья, с 5 этажа. Посмотрите, какая высота. Я просто в шоке. Это отель Мариот, 5 звездочек. И с такой интересной конструкцией. Здесь находится около 350 номеров на 10-11 этажей, и мы сейчас находимся на 5 этаже. И еще раз вид на бар, на лобби, и там дальше ресепшн идет. Вот такой вид, друзья, открывается в отеле Мариот изнутри. Потрясающе, высота просто катастрофа. Вот
это да, очень страшно. Очень-очень страшно. Вот такой Мариотт изнутри. Так, надо почистить обувь. Сейчас сделаю немножко обзор этого номера, который мы сняли в отеле Мариотт. Сразу заходишь, и здесь, как вы видите, туалет и душ. Все стандартно, но все очень чисто. Все чистенько. Везде есть Берлин, чтобы мы не забывали, в каком мы находимся городе. И также вот отсюда начинается комната. Здесь есть одежда, где я уже все разложил. Сейф стандартный. Здесь еще один шкаф. Здесь мини-бар. Вино. Разные здесь кружечки, все-все-все. И вот так выглядит, друзья, номер. Вот так выглядит номер. Это моя кровать, это родителей кровать. Телевизор. Стол. Стандартный номер. 24 квадрата, если не ошибаюсь, было написано. Но очень тихий номер. Здесь очень-очень тихо. Очень много подушек, что мне нравится. И вот так выглядит весь номер. Достаточно нормальный, хороший. И что мне нравится, все очень-очень чисто. Ни пыли, ничего. Есть кресло. Вид во дворик. Дождик идет на улице. И здесь тишина. Супер. Вот это все идет отель. С правой, с левой стороны идет отель. Мягкие матрасы полежать. О, сегодня я буду спать как король. Как король на именинах. Очень мягкие матрасики. Здесь есть также почитать лампы. Вот такой достаточно просторный, красивый номер. Заселился, друзья, сейчас в отель. Идет небольшой дождик. Я одел капюшон. Отель находится Мариотт. Вот здесь сразу, вот это белое здание. За этим зданием сразу находится отель Мариотт. И я гуляю, друзья, по Берлину. И я вышел только с отеля. И впереди, там уже, видно Бранденбургские ворота. Представляете, как рядом от отеля. Около 500 метров было написано. Около 500 метров находится отель от самого центра. То есть Бранденбургские ворота. Дальше там Рейхстаг. Еще 200 метров оттуда где-то пройтись. Мои родители пошли уже наперед. Они очень-очень хотят увидеть, где они гуляли в своей молодости. В своей молодости. И если папа здесь был лет 20 назад, 18 назад, так мама здесь не была около 40 лет, друзья. Около 40 лет. Вот это очень круто. Очень круто. Я представляю, они сейчас увидят те места, где они гуляли, когда были молодыми. Я считаю, это просто высший класс. Сейчас, друзья, я прохожу мемориал жертвам Холокоста. И вы видите, жертвам еврейской нации здесь расположены такие вот плиты, такие вот колонны. Их очень много. Если не ошибаюсь, около 2700 колонн, как я читал. И вот это всем убитым евреям в Европе. И народ здесь ходит между этими плитами. Здесь можно идти прямо, можно вот сюда пойти, как вы видите. Да, и это в центре Берлина, между Потсдама плац, площадь Потсдамской. Ну, я думаю, Потсдама плац все понимают. И между Бранденбургскими воротами, которые уже находятся вот наверху. А это посольство, я так понимаю, американское. Вот так.
Да, это ужасно, конечно. Это ужасно. И вот уже сам центр. Самые основные достопримечательности, друзья. Уже все здесь, очень рядом, возле отеля. Это меня очень радует. Просто супер радует то, что все находится рядом. Снимаю для вас, друзья, в экстремальных условиях. Приехал сегодня в Берлин. Немножко подустал, конечно. И Берлин меня встретил дождем со снегом. Сейчас плюс 3 градуса. Плюс 3 градуса. А в Вене где-то плюс 14, плюс 13. Здесь намного прохладнее, потому что мы поехали на север Европы. И здесь намного прохладнее. И вот, друзья, куда я уже подошел. Это знаменитые Бранденбургские ворота. Знаменитые. Я здесь был пару лет назад. Кто видел мое видео с Димой и Сандрой, мы здесь гуляли только в теплое время. Сейчас я приехал, и время не очень теплое. Вот знаменитые Бранденбургские ворота. Райхстаг. Райхстаг с знаменитым стеклянным куполом, куда можно подняться наверх. И вот такая вот погодка. Площадь 18 марта называется, Platz des 18. März. И вы знаете, друзья, что меня здесь радует? Я думаю, что вы уже догадываетесь, что меня здесь радует. Здесь все на немецком. И это очень-очень круто. То есть я приехал как к себе домой, тем более, друзья, кто еще не знает, я здесь родился. Представляете, я приехал на свою историческую родину, где я родился, где я жил около 3-4 лет, и я вернулся обратно со своими родителями именно сюда. Именно сюда, представляете? Вот они, Бранденбургские ворота. Знаменитые. Да, погодка, конечно, не радует. Я даже не думал, что будет так холодно здесь. И, конечно, ну ничего не поделаешь. Сегодня дождь, снег, завтра обещают солнышко. И завтра, друзья, я обязательно приду после обеда, потому что с утра я направлюсь на свою историческую родину, где мои родители проживали, маленький городок Бернау, который находится километров 20 от Берлина. И завтра, когда будет погода нормальная, не будет дождя, я все это еще для вас сниму. А пока направляюсь с родителями, направляюсь к Рейхстагу. Рейхстаг. По-немецки называется Райхстаг. Райхстаг. От слова Райх. Вот я наконец-то в эту ужасную погоду и добрался до Рейхстага. И вот Рейхстаг. Огромное здание. Куда также можно направиться внутрь. Но, к сожалению, просто так не пройдешь. Надо назначать срок, когда ты хочешь пойти туда. На завтра еще есть места, но я не знаю, ли стоит завтра столько времени уделять этому Рейхстагу. Но вот здесь, друзья, смотрите, какой Рейхстаг. Посмотрите. Вот это здание огромное. И написано по-немецки «Dem Deutschen Volke» – «Немецкому народу». Посвящается немецкому народу. Красивое здание. Я так понимаю, конец 19 века. Очень красивое здание. Я бы хотел направиться внутрь, но не знаю. Не знаю, получится или нет. Я думаю, что я не последний раз в Берлине. В Берлине я уже был с Димой и Сандрой. Это второй раз. И когда-то я был маленьким, очень маленьким. Ну, там я еще ничего не помню. Пришел я как раз к Бранденбургским воротам, но снимать невозможно, я замерз вообще, все замерзли, поэтому очень коротко показываю вам и приду сюда, когда будет уже потеплее, потеплее. Народ делает фотографии, но все замерзли, и когда будет хорошая погода, я обязательно пойду еще к телевышке, пойду к телевышке и посмотрю ее, как она там выглядит, эта телевышка, как она поживает без меня. Бранденбургские ворота, друзья. Долго мы гуляли с родителями, замерзли, искали где поесть. И вы не поверите, друзья. Мы все обошли, зашли в один
такой, вот в одно заведение папа захотел берлинского пива и сосисок, и оказывается, это заведение, это тыльная сторона нашего отеля. Мы только что так долго смеялись, это было так смешно, и смотрите, что мы заказали красивое. Вот такие вот хот-доги, у мамы берлинская керри-вурст знаменитая, и вот у отца тоже. Вот так это все выглядит, достаточно аппетитно, и представляете, столько искали мест и нашли это место у нас в отеле. Я просто в шоке. Сейчас поедим, пойдем отдыхать, а завтра я уже начну активно для вас, друзья, и также для себя на память снимать потрясающие репортажи с Берлина и также с Бернау. И будет очень-очень классно. Очень вкусно, друзья, очень-очень вкусно. Очень вкусно и очень большая порция. Объединение. Наконец-то мы сейчас поедим. Заведение называется «Большой собака». Big Dog. Big Dog Berlin. И это заведение, друзья, сразу при Мариотте. Представляете, при отеле. То есть вот этот вход, это уже вход в Мариотт. Просто супер. Tonight.